Всего эта программа, которая сегодня реализуется по городу Севастополю, стоила почти 600 миллионов рублей. Из них 330 миллионов рублей дал федеральный центр. Я правильно понимаю, это только в этом году? Или? Это как раз проект, который мы эти деньги выделили еще в конце 2014 года. И вот поэтапно эта программа реализовывалась. Но еще раз говорю, для нас очень важно, очень приятно. Я еще раз хотел бы поблагодарить Дмитрия Владимировича лично, его команду, новое правительство, потому что вот за этот период совершен такой прорыв. 238 квартир, с учетом того, что и дома надо построить, достроить, приобрести, договориться с застройщиками. На сегодняшний момент получили ключи 100 семей, и сегодня, и на этой неделе получат еще 40. Это около 400 человек, те, которые в ближайшие 2 месяца должны будут реально въехать, перевести мебель, обустроить жилище, но необходимые процедуры в виде заключения договоров найма, предварительных договоров по уже приобретенным квартирам выполнены по 400 человекам из 660. Оставшиеся семьи, порядка 48, по каким-то причинам предложенные варианты ими рассматриваются. Ну, не тот район или этажность, этаж не тот. Либо есть случаи, когда горожане отказываются переезжать из дома, который признан аварийным. Такие случаи тоже есть, и они не единичные, они достаточно в большом количестве. Поэтому мы будем делать это в судебном порядке. Предлагать варианты, потому что нельзя проживать в домах, которые признаны аварийными. Что касается сумм, в этом году это 600 миллионов. Эти средства были предусмотрены, как сказал Андрей Владимирович, с конца 2014 года. И реально мы смогли их профинансировать в последние 4 месяца 2016 года, когда смогли найти необходимое количество квартир, решив попутно множество разных сложностей. Живем мы на улице Цибулька. В аварийном доме. Дом признан аварийным еще с 1994 года. В доме, как бы, ну, как в таковом, нет у нас отопления, нет газа, ну, природного газа, то есть у нас баллонный газ, у нас электрическое отопление, у кого-то печное осталось. Мы печки ликвидировали в своей квартире. Ну, конечно, сравнивать невозможно то, что сейчас, и то, что, ну, то, что есть сейчас, и то, что дали, потому что, ну, конечно, это небо и земля. Как бы здесь квартира фактически, если завести все коммуникации сейчас, то только перевозить мебель и можно жить начинать. Поэтому, ну, несравнимо. Мы, конечно, очень рады. Ну, документы мы давно сдали, ждали 2 года. И вот буквально мы как бы узнали об этой квартире за 2 недели, вот до Нового года. То есть это фактически такой очень, очень самый лучший подарок, наверное, за последние несколько лет, тем более в преддверии праздника.